Всем привет, друзья мои, с вами Пурмартейл, и сегодня я решил сделать кратенькую обучающую серию о том, что же такое текстовые квесты в игре Космические Рейнджеры HD и с чем это едят. Итак, текстовый квест — это такое задание, которое вам дают на планете и, по совместительству, самая-самая изюминка этой игры. Текстовый квест — это всегда отдельная история, очень часто весьма интересная, которую стоит вникать и читать. Из текстового квеста также порой можно вынести для себя какой-то полезный жизненный опыт, который пригодится вам в дальнейшем, знаете? Шутка шуткой, а мне вот уже несколько раз пригодилось. Итак, смотрите, в этом окошке у нас расположена предыстория квеста и что у нас происходит в нем самом. Здесь мы можем обо всем этом узнать. Здесь расположены варианты, которые мы можем предпринять, либо узнать какие-то полезные сведения. А все эти действия порой ведут к не всегда предсказуемым вариантам, и стоит упомянуть, что многие параметры квеста, то, как он пойдет, генерируются случайно. И часто может быть так, что одного и того же прохождения квеста у вас не получится, и можно сделать все множеством разных развилок и путей. Такие вот дела. К слову, то, какие вам дают квесты, часто зависит от расы, за которую вы играете, и какой у вас текущий статус. То есть воин вы, торговец или пират. А на все это влияет то, какой вам дадут квест и какая планета. Все текстовые квесты за раз прохождения вам выпадут вряд ли. Я думаю, это может занять даже игр 5 или даже 6, может быть и больше, потому что квестов в игре очень-очень много. И стоит упомянуть, что здесь вот расположена панель с какими-то полезными сведениями, на которые всегда стоит обращать внимание. Смотрите сюда, в этом окошке будет полезная для вас при прохождении квеста текстовая информация. Здесь, ну, просто такая картинка, иллюстрация, которая, скажем так, создаст свою атмосферу. Знаете, вообще текстовые квесты были довольно-таки популярны на заре MS-DOS, когда много такого существовало, но вот разработчики рейнджеров решили, а почему бы и нет. И я также познакомлю вас с полезной штукой, о которой вы, возможно, не знали. Я вот такой опускал взгляд, что это за кнопочки, а, наверное, просто часть фона. Они ничего подобного. Здесь можно отключить анимацию текста. Смотрите, сейчас она у нас включена. Допустим, вот мы жмем, у нас текст меняется более плавно. Мы ее отжимаем, и текст сменился резко, то есть вот это влияет на плавность анимации текста. Есть 4 цветовых темы. Сейчас у нас вот такая вот серо-зеленая. Можно поставить темный фон со светлым текстом, можно поставить наоборот, и можно сделать вот на таком зеленом фоне. Но по умолчанию стоит вот такой фон. В принципе, мне вот он, например, наиболее удобен. Что ж, друзья, вникайте, проходите, берите задания, они очень-очень интересные. Я же только скажу, что бывают квесты посложнее, где вам нужно не только вот успеть сделать задание на планете, а также и вернуться в ту точку, в которой вам это задание дали. И все это нужно успевать. Такая вот обучающая серия про наши квесты, а сегодня же выходит прохождение текстового квеста выбора. Так что... оно уже готово, оно уже ждет вас. А если это видео вам понравилось и я рассказал вам что-то полезное, комментируйте, ставьте лайки, подписывайтесь на группу ВКонтакте, узнаете про новые видео первыми. Я всегда рад новым зрителям. И очень приятно, когда зрители радуют и меня. Итак, увидимся в прохождении квеста выбора, друзья. До новых встреч!